начало пляжа Каньялты. От этой скалы начинается пляж. И продолжается на 7 километров вот туда, к тем горам. Вид с какого этажа? Кирюша, осторожно там. Вид с 8 этажа. Всем привет! Сейчас 8 часов утра. И посмотрите, сколько народу уже на пляже. Горы Каньялты с утра. Телеферик. Вот он, анталийский телеферик. Вблизи вам покажу. Вот так вот прекрасен пляж Каньялты ранним утром. Это резиденция Sunnys Blue Residence, новый дом, где продаются квартиры за 1 миллион евро. Вот так вот выглядит там вблизи. И на верхнем этаже 1 миллион евро. А это у нас Каньялты Белизеси, администрация Каньялты. Так, идем дальше. Лежаки платные, примерно 40 лир в день. Стоят пустые. Народ располагается самостоятельно на пляже. Вдали Мурат Паша Лара. Вот это Рамада Плаза. И дальше. Здание дома. Прекрасное Средиземное Анталийское море. 8 часов утра. Коронация пальм на Анталийском пляже в Каньялты. Посмотрите, друзья. Вот так вот их подрезают. А вот непосредственно сам работник. Как это делается? Коронируют пальмы. Ох, полетело, полетело. Ох, как это. Вот такая пара стала.
от муниципалитета Каньялты Белеги-Иси. Муниципалитет Каньялты поливают газоны. Муниципальные газоны все поливаются вот из такого автомобиля в летнюю жару в Анталии. Сегодня, кстати, плюс 40 градусов днем было. Сейчас уже 6 вечера. И вот приехала машина, чтобы полить все газоны, все деревья. Вот он входит, мужчина, машина медленно движется, а мужчина обильно заливает все водой, чтобы земля и растения не пересыхали в летнюю жару. Друзья, всем привет! Мы находимся в Каньялты, магазин Фейзет Алтынком. И посмотрите на входе, какой классный бык, бычара. Это мясной магазин. И посмотрите, как классно сделана витрина, оформлена. Какие куски мяса висят. Стейки уже лежат прямо. Посмотрите, вот. Выдержанное мясо. Шикарно. Балыки. И заходим внутрь. Мераба. Чок гузель прямо. Класс. Калькулятор. Русский. 110 лир, только в Карифуре 150. Ну, а контент будет 150. Так, и вот здесь вот холодильник, где опять она? Смотрим. А, вот это? Мясные деликатесы. И вот это вот для стейков выдержанное мясо. Ферментированное. Вот тут оно только значит, поставили ферментироваться. Приправы. Покажи обязательно. Вот эти 110 лир вот. И маринованные 110 лир тоже. А в макроцентре были 150 стейки. Лир. Говяжьи, дороже. Да, они? Да. Говяжьи стейки 110 лир и маринованные вкусно. Также 110 Отойди. Лир. Очень вкусные. Всем пока. До Анталии добрался смог с пожарищ Манавгата. Вот эти верхние слои облаков видно, серая линия смога, это примерно, наверное, высота километров 5-10. Вот здесь видно, как море сливается, вернее, уже даже неразличимо. Вот там вот сливается море с небом, с этим смогом, с пожарищ Манавгаты. И вот он идет. Идет, и вот здесь вот над горами заканчивается. Вот там над горами заканчивается. Здесь уже небо становится чистым, и там над горами все чисто. Небо чистое. Сейчас 21 час вечера. Я нахожусь на пляже Каньялты. На береговой линии. Посмотрите, друзья, сколько народу. Днем сегодня было до плюс 40 в тени, до плюс 50 на солнце. А сейчас вечер, уже достаточно поздний, 21 час, как я говорил. И на пляже огромное количество народу. Сидят, купаются, отдыхают, гуляют. Просто кайф. Всем доброе утро. Сейчас 6 часов 14 минут утра.
Анталийское море. Утреннее Анталийское море прекрасно. Уже купается народ. А кто-то просто спит на пляже со вчерашнего вечера. Чайки. Посмотрите, друзья, как прекрасны горы с утра. Красота. Спящие люди, которые здесь с вечера и остались ночевать на пляже. С добрым утром. Седьмое августа. В Анталии идет дождь. Анталийский ливень. Посмотрите, друзья. Над морем прямо тучи. Все сырое. Анталийский ливень 7 августа. Супер. До этого недели 2-3 стояла жара под плюс 43. Днем в тени температура была. А сегодня дождь, прохлада, хорошо вообще. Класс. Кормим уличную собаку на набережной Кан-Ялты. Море. Песик. Да, хвостом навиливает. Ой, ты хорош. Хорош. Сосиски ест. С радостью. Нет, не небольшие руками. Ты мальчик. Это девочка или мальчик? По-моему, это девочка. А по-моему, это мальчик. Смотри, даже вот. Девочка. Ты девочка? Да. Ты скажи. Моя девочка? Ты малышка. Ты девочка? Возьми Доедает ту, которую вырвет. Разошла. Смотри, даже не рычит. Бит. Да, хорошая. Опасно. Хорошая. Давай. Только вот. Меня не кусает. Съели, вон, бери все еще. Нету. Бери еще. Вон. Вот. Меня не кусает. Вот. Ой, вот, прости, вот. Малыш. Ой ты. Прости. Убери коляску. Коляску убери. Ссадина говядина, не сейчас. Прости, нету. Ой, ты малышка, все, вот я грел, все это не надо. Так, ну ладно. Ссадина говядина. Хорош. Ссадина. Да. Не маши руками. Ссадина говядина. Вот. Ну все, давайте, пока. Это мальчик? Какой? Не трогай. Отойди, не машу. Я хочу, чтобы он язык высунул или атаковал. Атакует. Прямо на тебя ведь? Да, он хочет атаковать. Не трогай, убери палец.
Он синеть начинает. То есть синий экран. Смотри, как у него лапки сжимаются. Так интересно. Ну, ладно. Так медленно. Сейчас, Кирилл.